волшебный вечер хочется пожелать всем, кто достиг в прошлом году своих целей, сохранить это все и бережно перенести в наступивший год. Пусть все победы, радостные встречи, счастливые минуты, случившиеся в уходящем году, останутся в памяти и приумножаются в новом году. Мы уверены, что 2021 год наполнит нашу жизнь только счастьем, добром и позитивом. И позвольте пригласить на сцену первого заместителя главы администрации города Харциска Олега Сергеевича Подустова и заместителя главы администрации города Харциска Наталью Владимировну Бондаренко. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и настал тот день, когда мы закрываем нашу самую главную новогоднюю красавицу, нашу городскую елочку. Я искренне надеюсь, что вы успели отдохнуть за наш долгий период праздничных дней, для того, чтобы активно приступить к кропотливому труду в наступившем году. Но хотелось бы отдельно отметить то, что, чтобы все праздники состоялись, которых у нас было достаточно, было много вложено усилий. Усилий коммунальными предприятиями, усилий Дворца культуры, коллективов, которые принимают участие и нас всех радуют. Большое им спасибо. А вам, дорогие друзья, тоже спасибо за то, что вы активно принимаете участие. Вы приходите, вы смотрите, а это самая главная благодарность для всех нас. Поздравляю всех с наступившими праздниками. Добрый вечер, уважаемые жители и гости города Харциска. Вот и подходит к завершению череда новогодних прекрасных мероприятий. И я хотела бы особые слова благодарности выразить всем тем учреждениям, организациям, коллективам, которые на протяжении всех этих дней дарили праздничное настроение, яркие положительные эмоции всем нам. И, конечно же, хочу выразить особые слова благодарности нашим творческим коллективам, нашим ребятам, которые песнями, танцами, прекрасными постановками вместе со своими руководителями радовали всех нас. И я хочу пригласить на нашу импровизированную сцену наших дорогих участников и вручить им от администрации города Харциска вот такие сладкие подарки под ваши бурные аплодисменты. Попрощаться. А нам надо сделать так, чтобы они не пришли, чтобы елочку не разобрали. Тогда мы с вами не пропадем. Мы же с вами сказочные герои. Сказка не закончится. Ай, так я знаю, что делать. А давайте мы, значит, Снегурочку превратим в эту в козу, а Деда Мороза в этого какого-то в медведя. Во. Валенки, да валенки, подшить ты старенький, нельзя валенки подшить, не в чем пилом уходить. Валенки, валенки, ой, да не подшить ты старенький. Валенки, валенки, ой, да не подшить ты старенький. Ой, ты Коля, Коля Николай, сиди дома, не гуляй. Не носи девка конец.
есть, жди его. Я какое-то чучело. Да нет, тебе кажется. Ой, подученька, ты заставляешь меня нервничать. Ну зачем ты вот это так с дедушкой поступаешь? Ну это за пугало? Пугало? Да, не знаю, я пугало. Ну я тебе отвечу за пугало-то. Дедушка? Так, спокойно, спокойно. Здравствуй, красавица. Здравствуй! А я тут эта сестрица Алёнушка. Алёна. Я тут немножко потерялась. Красавица. И прилипла, представляешь? Потерялась. Милая, добрая. А как ты сюда попала-то? Да что ты спрашиваешь вообще лишние вопросы? Надуло ветром меня. Ветром надуло. Вообще, помоги встать, а? Помоги встать? Ой, ну давай, помогу. Давай руку. Ой, дедушка, стой. Получается, красавица ты какая, а? Нет, не так, надо вот так. Не получается. Надо делать-то с тобой, да? Чего не попробуй? А ну дай рученьку, давай еще попробуй. Дедушка, посмотри, что они со мной сделали. Снегурочка, ты ли это? Да, я. Ой, погоди. Ой, ну ты не беспокойся, сейчас посох-то я свой волшебный возьму. А где Аленка? Ой, что мне делать-то? Ой, ладно, Снегурка, не печалься, сейчас что-нибудь придумаем. Пойдем, пойдем, милая, пойдем. Ой. Что же я теперь буду делать-то? А теперь пойдет настоящее веселье. Пошли. Вы танец хотите увидеть с Дед Морозом и Снегурочкой? Вы такого танца... Вы хотите танец увидеть, чтобы Дед Мороз и Снегурочка танцевали? Так смотрите. Аплодисменты, Дед Мороз и Снегурочка не начнут раньше. Готовы? Поехали. Стопаху ты затихло. И осталось поле рыхло, дабы радость испытать, надо поле притоптать. Ать, надо поле притоптать. Все-таки добро всегда побеждает.
просто хотели, чтобы сказочка эта не заканчивалась. А сказка и не закончится. Сказка всегда у нас будет продолжаться. А что ты хотел, Юля? В сказке есть всегда хорошие герои, ну и не очень хорошие. Ну и в конце концов, к финалу каждой сказки нехороший герой становится хорошим. А в жизни тоже так? Да, в жизни тоже так. Нет плохих людей, есть немножко плохие обстоятельства. Но в конце концов-то праздник приходит в каждый дом, сказка наступает в каждый дом. И я вам хочу пожелать, чтобы в вашем доме всегда царила сказка, уют. В каждом из вас царила любовь и взаимопонимание, да, Снегурочка? Дедушка Мороз! Маньки! Но праздники-то закончились, и елку разбирать надо! Она стоит, светится. Ой, да ты не переживай за елочку. Да, действительно, праздники подходят к концу, но сказка-то наша продолжается. Я сегодня ночью махну своим волшебным посохом, соберу все гирлянды да хлопушки и игрушки, и елочке нужно немножко дать отдохнуть. Ёлка ветками шуршит, до свидания говорит, но в следующем году вновь на праздник вам придет. Конечно же придет и Дед Мороз, и Снегурочка, поэтому конечно. Не переживай. И счастье будет в каждом доме. Ой, да конечно, в каждом доме. Прям как в сказке. В каждой семье. Кто согласен, танцует вместе с нами. Танцуем. Счастье вдруг в тишине. Постучалась в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, был рассвет. Осень моросила. Сколько лет, где тебя носила? Вдруг как в сказке скрипнул. Все в ней ясно стало тебе. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Вез я где-то был за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.